«Наедине с собой не скучай». Стихотворение 11 из сборника «300 от из Одессы о любви». «Наедине с собой не скучай, не надейся на случай. Все мелочи замечай, других не огорчай, их путь не омрачай, не обещай, не означай. Часто приходится ждать, чтобы любовь свою отдать, найти того, кто сможет принять. Необходимо получше другого узнать, чтобы время зря не терять. Любовь всегда неожиданна, хоть всегда очень званна. К ней нужно приданное, готовность деления, отдавания. Она талант, своего рода призвание. В любви есть потребность. Оставь всякую ущербность. Найди возможность, помнить непреложно. Не забывать о любви можно. В меру отдыхай, на других не взирай. Знания собирай, о душе не забывай. Не бросай родимый край. Все любви по плечу, сделать так, как я хочу, другого такого, как я привлеку, благословения на удачу, от радости тоже плачу».